Жители Адмиралтейского района написали тотальный диктант. Текст Леонида Юдифовича в детской библиотеке на 4-й Красноармейской горожанам читала глава администрации Светлана Штукова. В библиотеку имени Лермонтова пришли люди разных возрастов, от школьников до пенсионеров. Валентина Михайловна в прошлом инженер, уже в третий раз проверяет свою грамотность. Прошлые диктанты написала на 4-ку. Запомнила свою прошлогоднюю ошибочку в полоборота. Знаете, как пишется? В одно слово. А я написала в пол-оборота. В библиотеке Лермонтова диктант проводится уже во второй раз. В этом году в качестве диктатора, так называют чтецов, пригласили главу администрации Адмиралтейского района Светлану Штукову. Это очень хорошее начинание, которое существует в нашей стране, и с каждым годом все больше желающих в нем принять участие. И когда Валентина Николаевна такое предложение мне сделала, я, конечно, не смогла от него отказаться. Диктую первое предложение целиком. Вначале послушайте его полностью. Название рек древнее всех других имен, нанесенных на карты. В этом году тотальный диктант писали по тексту Леонида Юзефовича из цикла «Город и река». Петербуржцам досталась история реки Селенги, на которой стоит город Улан-Удэ. Узнать свои оценки адмиралтейцы смогут примерно через неделю.